Я работала на рынке, на нашей рябе. Я выходила рано на рынок. И в 5 часов я иду, я такой страшный. Бэмс был. Это как раз, ну, наверное, все почувствовали сразу же. Поэтому все поняли, что началась страшная война. Но не ждали, что именно для нашей семьи именно закончится это так. March 18 по городу Краматорску были выпущены кассетные бомбы. Мы с мужем были в своем доме на Красногорке, сидели в беседке и услышали взрыв. Сразу начали бежать в дом, ну это пару метров, в дом, и как раз в дом прилетело. Я понимаю так, что мне что-то ударило сюда, я понимаю, снаряд. Вот у меня такое ощущение, снаряд. Снаряд, и я сложилась. Такое ощущение сложилось, потому что рука у меня в 4 местах переломы. Кроме этого, 7 снарядных ран. Это все на одной этой руке было. Сработала сразу защитная реакция. Я открываю дверь и кричу: «Соседи, соседи, помогите!» Я думала, руки не было, потому что я ее не ощущала, вообще не ощущала. Ждали очень долго. Это показалось мне вечность, покуда приедет скорая помощь. Значит, у меня жизнь до и после разделилась, конечно. Я рассказала, что только прилет у нас был сразу. Фонд Рената Ахметова позвонили к нам в исполком, и сразу же всех, кто пострадал, сразу же узнали номера телефонов, адреса, фамилии. Татьяна Козлова поступила с травмами, множественные огнестрельные повреждения правой верхней конечности, огнестрельные переломы плечевой кости на нескольких уровнях и кости предплечья. Также компрессия и повреждения сосудисто-нервных пучков на уровне верхней трети подмышечной впадины и нижней трети. Первоначально пациентка приехала на консультацию, где мы сформировали, так сказать, план будущий, сколько этапов. Пациенты сами обратились в фонд Рената Ахметова, после чего представитель фонда связался с нами. Мы рассказали, что нам необходимо для проведения данного оперативного вмешательства. Это и нейропротекторы, и металлические конструкции, фиксаторы, вот, шовный материал. Ну и в течение недели весь этот вопрос решился. Пациентка прооперирована. Ну, как для жизни, может быть, само ранение не представляет опасности, а вот как для дальнейшей жизни и социальной активности человека, трудоспособности, то это тяжелая травма. В дальнейшем фонд Рената Ахметова предлагает еще и реабилитацию пациентам, потому что, как я всегда говорю, успех любого выздоровления, то есть наш это 20% только. Все остальное это реабилитация, которая проводится в специализированных учреждениях, ну и желание самого пациента. Моя мечта – проснуться до февраля месяца, и чтобы это был сон. Все. Это самая большая мечта, и чтобы не было никогда войны. И чтобы моя наша семья была жива и здорова. Самая большая мечта –